Форум «Самгау» объединил выпускников Назарбаев интеллектуальной школы в Актобе. Его цель – укрепить дружбу между учащимися и помочь ребятам определиться с будущей профессией. На форум съехались больше 100 человек, которые в разные годы окончили это учебное заведение. О том, как прошла встреча выпускников, расскажет Лейла Уесова. Это Раимбек Турсумбаев, выпускник Актюбинской ниши, вернулся в родные стены уже с дипломом учителя. Молодой педагог преподает биологию и внедряет в учебный процесс свои авторские методики. Я один из первых выпускников НИШ. Не жалею, что выбрал профессию учителя. Мне нравится работать с детьми. После окончания КАЗГУ имени Аль-Фараби решил вернуться в родной город, в свою школу. Ведь именно здесь мы получили те навыки и знания, которые пригодились нам в студенческие годы. В Актюбинской НИШ физико-математического направления «Самгау» стал уникальной площадкой для диалога между выпускниками и сегодняшними учениками. На специальной сессии ребята познакомили гостей со своими научно-исследовательскими, социальными, творческими и IT-проектами. С 2015 года это учебное заведение окончили около 1000 выпускников. Многие из них получили приглашение в престижные университеты мира. Но есть и те, кто решил продолжить обучение в ведущих отечественных вузах. Нужно обязательно выбирать именно ту профессию, которая тебе нравится, которая вот лежит душа. Лично я, конечно, думала, что выбрать, куда идти, что делать. Когда мы спрашиваем у других, это очень сильно помогает нам. Вот, поэтому я выбрала математику. Я сейчас учусь в Назарбаев университете. Возможно, даже вернуться в школу и стать учительницей здесь. Это второй раз проходит данное мероприятие в нашей школе. Ну, в первую очередь это для того, чтобы укрепить связи между поколениями. Почему? Потому что это архиважно для того, чтобы наши дети понимали, в каком направлении движется наука, в каком направлении движется производство, для того, чтобы выбирать свою профессию. И часть сегодняшнего мероприятия посвящена именно профориентационной работе. И самое главное, это то, что при такой встрече face-to-face дети лучше знают друг друга. На встречу выпускников развернула свою работу и творческая мастерская. В этом году исполняется 10 лет со дня открытия Актюбинской школы. Участники форума уверены, что такие встречи дадут импульс новым инициативам и укреплению дружбы между учащимися. Лейла Уесова, Жумарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.